Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. В этом году Kuga выпустили на рынок много новых моделей электросамокатов. Тем не менее, одним из самых лучших, самых популярных и самых желанных до сих пор остается Kuga G1. А все почему? Да потому что это почти идеальный самокат. Спелый, сладкий, бери, дорогой, не пожалеешь. Kuga G1 – полноприводный самокат. У него два мотора мощностью по 1000 Вт. И, на мой взгляд, для райдера в пределах 100 кг это оптимальная мощность, чтобы самокат был быстрым, но плавным. Максимальная скорость – до 60 км в час. А плавность разгона можно еще дополнительно настроить в бортовом компьютере. Аккумулятор емкостью 18,2 ампер-часа с напряжением 52 вольта. В максимально экономном режиме позволит вам проехать до 70 км на одном заряде. Но, конечно, при быстрой и активной езде на полном приводе эта цифра будет значительно ниже, вероятно, раза в два. Все зависит от веса райдера и рельефа местности. Колеса диаметром 10 дюймов с пневматическими камерными покрышками. Я бы сказала, что они больше шоссейные, чем внедорожные. А выпуклая форма придает самокату большей маневренности и облегчает повороты. Подвеска маятниковая, с пружинным амортизатором спереди и сзади. И до сих пор я считаю, что эта подвеска самая лучшая, самая мягкая и комфортная из всех, что я встречала. И у Kuga, и у некоторых других брендов электросамокатов. Дорожный просвет в задней части самоката 17 см. Тормозная система стандартная, механический дисковый тормоз на заднем и переднем колесе. На новом самокате тормоза кажутся идеальными, но при активной езде колодки будут стираться, и их придется довольно часто регулировать. Чтобы этого избежать, на Kuga G1 есть также электрический рекуперативный тормоз, у которого есть 5 режимов в зависимости от силы торможения. Но рекуперацией нужно еще научиться правильно пользоваться. Не думайте, что электросамокат – такое уж легкое в управлении устройство. Статистика аварий говорит об обратном. Так что не пренебрегайте правилами вождения и техникой безопасности. Kuga G1 нельзя назвать компактным электросамокатом. Его грузоподъемность – 150 кг, а сам он весит почти 36 кг. Все габариты вы можете увидеть на картинке. У G1 просто нереально большая и удобная дека, да еще и дополнительный упор для ноги над задним колесом. А широкая постановка ног очень важна для комфортной и безопасной езды. Единственный минус – это слегка устаревшее и быстро пачкающееся покрытие деки в виде наждачки. Руль имеет изогнутую форму, похожую на классический велосипедный руль. Он очень удобный и комфортный и по ширине, и по высоте, даже для высоких людей. Самокат с таким рулем прекрасно управляется. Даже при первой поездке он ощущается как родной. Но если вам понадобится перевести его, то сложить рукоятки руля у вас не получится. Поэтому G1 поместится далеко не в каждый багажник. Хотя сложить рулевую стойку, безусловно, можно. Нужно всего лишь отогнуть зажимы, затягивающие хомут, сдвинуть его вверх и опустить рулевую стойку. Но тут есть еще один минус. В сложенном состоянии рулевая стойка никак не фиксируется, поэтому погрузить его куда-либо в одиночку – та еще задачка. Люфта в механизме складывания практически нет, но даже если со временем он будет появляться, то он очень легко устраняется. Оснащение на руле довольно стандартно. Включается самокат с помощью ключа, встроенного в вольтметр с правой стороны руля. Курок газа под указательный палец с бортовым компьютером и множеством настроек. Вроде мелочь, но лично мне в других моделях их порой не хватает. На левой стороне руля кнопка отключения полного привода и кнопка включения эко-режима, на котором самокат не поедет быстрее 25 км в час. Небольшим плюсом можно считать наличие сразу двух гнезд для зарядного устройства, что поможет сократить время зарядки в два раза. Но второе зарядное устройство придется докупать дополнительно. И будьте осторожны, чтобы не превысить зарядный ток. А к минусам можно отнести еще два момента.
Это совершенно не выполняющие свое назначение крылья. На мокром асфальте вас закидает брызгами сразу же. И отсутствие хорошего освещения. Красные диоды, встроенные в заднюю часть батарейного отсека, выполняют роль габаритов и стоп-сигналов при нажатии на тормоз. Они со своей функцией вполне справляются. Но небольшие диоды белого цвета в передней части вам мало помогут, тем более на больших скоростях. Так что без дополнительных доработок Kuga G1 подойдет только для катания в сухую погоду и в хорошо освещенных городах. Чем мы, в общем-то, уже и хотим заняться с большим нетерпением. Так как Kuga G1 – это мой любимый самокат, даже несмотря на небольшие доработки. А знаете, почему еще он мне так сильно нравится? Потому что на момент съемок этого видео в нашем магазине он стоит 89 900 рублей. Наши постоянные зрители должны знать, что обычно в роликах я цен не называю. Но по сравнению со многими другими самокатами, это реально крутая цена в соотношении с характеристиками. Так что ссылочка на наш магазин в описании под этим видео. А мы погнали! Ездить на G1 – одно удовольствие. Как я уже говорила, удачная форма и расположение руля делают управление самокатом максимально простым и удобным. Когда руль находится примерно на высоте живота, а не ширинки брюк, то руки не приходится вытягивать, они занимают анатомически правильное положение и не устают даже на протяжении длительных поездок. И когда вам не приходится тянуться к рулю, управлять самокатом значительно легче, он становится послушнее и легко входит в повороты. А широкая и длинная дека позволяют активно помогать себе ногами и корпусом, а не виснуть на руле при каждом ускорении и торможении. При такой езде нагрузка на рулевую будет минимальна, а значит и люфты появляться не будут. К тому же силу ускорения и торможения можно настроить под себя. И изменение этих настроек действительно заметно во время езды. Чтобы поберечь тормозные колодки, я поставила рекуперацию на тройку. Хотя и без этого самокат тормозит хорошо, а рукоятки нажимаются очень мягко. Как будто это гидравлические тормоза, а не механические. Плавность старта на тройке меня тоже устраивала. Самокат не дергался и не вставал на дыбы даже на полном приводе. Максимально разогнаться при таких настройках у нашего оператора весом почти 100 кг получилось до 58 км в час под GPS. Почти как и заявлено. А вот чтобы въехать с места в горку, на заднем приводе ускорения чуть-чуть не хватило. Так что либо берите больше разгон, либо включайте полный привод. С ним нет никаких проблем даже на самых крутых и длинных подъемах. Еще один плюс – это бортовой компьютер с курком под указательный палец, который позволяет очень четко контролировать скорость. Я уже и забыла, насколько я его люблю. Поскольку, чтобы снять кадры, нам часто приходится ехать, подстраиваясь под скорость другого самоката, я это очень хорошо замечаю. Курок под большой палец напоминает мне мемы про кран с водой. Когда миллиметр в одну сторону, на тебя льется кипяток, а миллиметр в другую – и на тебя сыпется лед. А на G1 хочешь ехать 20 км в час, будешь ехать 20. Хочешь 35 – окей. Хочешь 10 – тоже не проблема, даже если ты едешь на третьей скорости. Четко контролировать скорость и ускорение в большом густонаселенном городе бывает важно. На G1 это выходит легко, само собой, и не приходится напрягать пальцы и концентрироваться на этих миллиметрах. То есть самокат максимально ненапряжный и не доставляет дискомфорт, даже на плохой дороге. Мягкая пружинистая подвеска – это еще одна причина влюбиться в G1. Никакой зубодробилки на плитке, никаких ударов на выбоинах и бордюрах. Все мягко и плавно. А при должной сноровке бордюры можно проезжать вообще незаметно, слегка подпрыгивая и приподнимая переднее колесо. Грунтовые дорожки и даже крупный гравий тоже не составляет никаких проблем. Но ровно до того момента, пока все это сухое. На мокром грунте, во-первых, самокат начинает буксовать, резина все-таки достаточно гладкая, а во-вторых, грязь вам закидывает чуть ли не за уши. И вот это совсем неприятно.
Но за всю поездку это был, пожалуй, единственный неприятный момент. Хотя нет, был еще один. Когда у самоката сел аккумулятор. Случилось это максимально внезапно и довольно далеко от желаемого пункта назначения. Поэтому в очередной раз пришлось долго топать с самокатом пешком. Тем не менее, наш оператор в динамичном режиме и на полном приводе накатал на нем 43 километра. В общем-то, как я и предполагала в начале видео. В итоге, на мой взгляд, Куга G1 является самым удачным и самым классным самокатом Куга. Да, у него есть небольшие недостатки, но они с лихвой перекрываются его достоинствами. Он невероятно удобный, ну просто как родной. Он достаточно мощный, чтобы погонять в свое удовольствие за городом. При этом достаточно плавный и комфортный в управлении, чтобы отлично чувствовать себя в городе. А прекрасная подвеска позволяет не замечать неровностей на дорогах ни там, ни там. Некоторым настолько нравится этот самокат, что они готовы на руках его носить. Буквально. На пятый этаж в доме без лифта. И невысокая цена только добавляет ему очков. Вы уж простите, но да, в современных реалиях его цена действительно не такая уж высокая. А у меня на этом все. С вами был магазин Куга Самокат и я его ведущая Лена. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!